Нет, сегодня я буду делать пирожки с сосисками. Для этого нам надо такое вот тесто. Да, готовое тесто слоеное. Еще сосиски. Вот такие у нас вот это тесто. Теперь открываю сосиски. Сосиски мы берем вкусные, где 91% мяса. Они очень вкусные и полезные. Очень простой рецепт, очень вкусный, да? Детки любят. Теперь достаем противень, пергаментную бумагу. Да, поможешь, мама? Вот противень. Так, пергаментную бумагу. Вот мы лошим. Теперь мы это тесто должны разделить пополам. Вот мы и разрезали. Пополам тесто разрезали. Теперь берем сосиску и заворачиваем ее в тесто. Красиво, да? Надо, чтобы кончик торчал. Можно, чтобы торчал, можно, чтобы не торчал. Кому как нравится. И лучше на противень. Еще одну сосиску. Подожди, Стефан, ты забыл еще духовку включить. А, ставим на свет. Да, включай на 200 градусов. Вот циферка 200. Угу. И продолжаем делать. Сейчас все пирожки готовы. У нас осталось тесто. Ну, они еще не готовы. Да. Надо поставить в духовку. Да. Когда они приготовятся, тогда мы вернемся. Да? Да? Пирожки готовы. Через 20 минут. Да, прошло 20 минут. И вот такие вкусные, красивые получились пирожки. Вот пирожки готовы. Возьми. Вот на бокал. Вкусно? Угу. А запах какой. Ну, говори всем пока. Приятного всем аппетита. Пока. Подписывайтесь на канал Stay Play. Ставьте лайки. Всем пока. Thank you.